Давай сыграем в игру, Рэй. Я не хочу с тобой играть. Ну, пожалуйста. Нет. Я сказал, будем играть, Рэймонд. Хорошо. Чудненько. Главное действующее лицо – твой босс, Микки Пирсон. Ты слишком умен, чтобы шантажировать нас. Мой грешок – безобидная травка. А твой товар во все времена был и остается разрушителем миров. Ты потерял хватку. Тебе стоит рассмотреть мое предложение. Меня не купишь. Интрига закручивается. Не будем останавливаться на всех тузах и шестерках, но наш герой – голодный зверь. На кону стоят серьезные деньги. Тут наш главный злодей врывается в сюжет, как новогодний фейерверк. И чужими руками развязывает войну. Вы должны это увидеть, босс. Это одна из моих ферм. Как они ее нашли? Я наведу справки. Его зовут Нах. В смысле, это реальное такое азиатское имя. Нах. Не надо! Давай, Нах, вставай, подымайся. Нах. Микки, дыма без огня никогда не бывает. Ты должен его погасить, причем быстро. Грядет большая зачистка. А значит, уберут и тебя. Ты знаешь, льву, чтобы выжить в джунглях, мало вести себя, как царь зверей. Надо быть царем. Блеск! Становится жарко, не так ли? В джунглях закон только один. Когда лев голоден, лев и ест. Джентльмены! Тут одна неприятность вышла. Вы кого-то убили? Нет, его гравитация убила. Телефоны сюда! Ах ты ж! В кинотеатрах с 13 февраля.